Основным мотивом разработки представленного пакета законопроектов является необходимость в реформировании действующей налоговой системы для индивидуальных предпринимателей. Принятие данного пакета законопроектов позволит сформировать механизм распределения предпринимателей соразмерно получаемым доходам, сохранить институт индивидуальных предпринимателей, одновременно сбалансировав налоговую нагрузку по всем видам деятельности и создать благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей. Сейчас нет стоимости патента, есть вмененный доход. Вот цифры по вмененному доходу разрабатывались в Министерстве экономического развития по каждому виду деятельности. То ли у них есть статистика, то ли у них есть преподавательско-профессорский состав. Вот, но эти цифры были переданы в Верховный Совет с Министерства экономического развития. Новый закон вступит в силу 1 января 2019 года. Также комиссия рассмотрела дополнение в целевую программу развития города Бендеры на 2017-2020 годы. В частности, предлагается дополнить ее комплексными мерами по развитию, содержанию и благоустройству территории города, капитальному ремонту и реконструкции памятников и объектов социально-культурного назначения. На эти цели будет выделено 130 тысяч рублей. Всего в ходе заседания комиссии депутатами было рассмотрено более десятка вопросов, многие из которых будут вынесены на повестку дня ближайшего президиума.